За 5 лет в Серпухове отремонтировано более 250 дорог. В этом году сделают еще 75. В их числе дорога в деревне Лукьяново. Ремонт проезжей части в населенном пункте уже завершился. Качество выполненных работ проверили представители управления дорожного хозяйства, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Тихонов. Они также пообщались с местными жителями. Улица Новая в деревне Лукьяново была одной из самых проблемных. Сейчас ее отремонтировали, расширили, укрепили обочины и сделали тротуар. Остались работы по отсыпке щебнем, укрепление обочины будет обязательно, плюс дальнейшее благоустройство после ремонтных работ. Обязательно будет увозить какой-то грунт, где-то разравниваться, планирование грунта будет. Укладка асфальта уже завершена. Общая протяженность отремонтированной дороги 589 метров. Но впереди еще работа по приемке. Это будет многоступенчатая приемка с сотрудниками Центра содействия строительству Серпуховской администрации, а также отдельно будет проверка от Московской области, организация ООО «Лабрадор». Будет проверена смесь, уложенная на толщину, а также по другим параметрам, таким как уплотнение, водонасыщение. Проверить качество выполненных работ и пообщаться с жителями деревни приехали сотрудники дорожного хозяйства и член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Тихонов. Встреча была более чем оживленная. Очень много вопросов жители задали, и проблемы существуют в деревне. Но они везде есть, их нужно будет решать. И я думаю, они с успехом будут решены. Все это обсудится на общем совещании, доведется до компетентных людей и будет... Услышаны люди обязательно. Понятно, что все охватить невозможно, но радует то, что мы с каждым годом, как городской округ, прогрессируем. Нам все больше и больше выделяется средств, и, соответственно, все больше и больше будет отремонтирован дорог, и жизнь в городе будет более, в городском округе, более качественной, более правильной. С 2018 года в Серпухове сделано уже более 250 дорог. В этом году в округе будут отремонтированы еще 75. Все работы проводятся в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и находятся на контроле у администрации Серпухова.